Всем привет, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Прогулочка намечается с Бадюшкой, Нейкой. И Нейнюшкой. Да, у нас сегодня прогулка с нашими друзьями, со Стафом Веней и Стафом Атой. Ну, вот те девочки, которые у нас были на канале, да. Вот, сейчас мы с ними встретимся, вот, погуляем вместе и немножечко подснимем. Вот я ее снимаю и собачку подснимем. Вот. Так, ну увидимся на самом интересном. У нас тут собачий кортеж. Идем. В поле. Смотрите, какое небо красивое. Это вообще красота. Включимся в поле. Рядом пошли бади. Учим собаку выдержки без поводка. Рядом. Вот так, хорошо. Молодец. Можно, гуляй. Можно. Ви, а ты в очечи, что ли, будет? Гулять. Ушли. Серега шаурму точит просто. Всем привет, скоро. Давай, давай. Веня, не в очень хорошем настроении, я так понял, да? Течка никак не может прийти. Она противная. Блин, какой красивый закат, вообще красота. Да на камере все равно не так видно. Свет чуть-чуть убавь просто. Свет? Да. О, вообще, вообще просто бомбический закат. Да? Да. А то раз перекосился. Сидеть. Не зли мамку, а то. Кто о чем? Бади просто не знает, кому податься. Мне не хочется шавуху. Иди сюда. Нет, бади. Ушел. А мне подойди. Иди ко мне, иди. Модная девчонка. Сидеть. Ну-ка сидеть. Мои дети. Дети мои. Сидеть. Ну-ка, дай я вас сфоткаю. Ну-ка, сидеть, Ней, сидеть. Ней, сидеть. Эй, 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 эй! Хорошо. Отвлекай, Ней. Ней, тут смотри ухо. Я уже сфотографировал. Все? Ней, да. Все. А вы что, закат с другой стороны был, лопотка? А мы зачем? Это просто мы. Даже не знаю, почему Нейка с ними не играет. Соус самодельный, походу. С прованскими травами. Лани, кусаки, кусаки, собаки, кусаки. А-то как крот. Бедный крот, дочь мамин. На это, на тебя откуда это не тебе? Нет, нет, нет. Ваша, толка. Серёж, он меня пасёт. А клыки у него тоже неплохие. А вы малый. Ты что там в кустах? Типичные хозяева Стафов. Они с Бади
Вытекал Ленин, а не ату ебашь. И на это, блядь. Просто шурмой охотится. Опа. А ему, наверное, разок уже перепал, он поэтому вертится здесь. Я так подозреваю. Нет, он чувствует. Он ждет, пока у Дашки изо рта упадет что-нибудь. У Лильки всегда изо рта что-нибудь валится. Поэтому и сидит рядом с ней. У нас два нахлебника наших, а что упадет сразу к ним рвон. У меня сюда все падает, везде это за мной. Блин, я не могу, реально закат прям вообще очень красивый, прям. Блин. Сними, как мы уходим закат. Давайте сниму, как вы уходите закат. На этом короткое видео можно закончить. Спасибо. А сейчас будет темно уже?